интересно. Вот смотрите. Спасибо, Антон Валерьевич, я могу сейчас позволить себе больше. Я вам покажу, как делается, это же учебная статья, все, что я говорю, это учеба. Значит, вначале вот сюда, я беру, набрал, вот просто, вот беру в Яндексе и набираю всего, сейчас она откроется, вы увидите, фотообрезки, вот. Сейчас поймете, к чему я говорю, я вам сейчас открою один из секретов, откуда что берется. Вот оно, фотообрезки. Обратите внимание вот на эту вот фотографию. Вот. Теперь хотите увидеть, где она есть? Внимание. Сейчас вы поймете, это все вам надо. Значит, ну, попался, когда я вот этот снимок, видите эту траву? Я делал снимок о противопожарной безопасности. Я просто увидел церковь. Вот тут увидел. Вот это надо, иначе вас будут дурить. Кстати, вы знаете, почему нас дурят в магазинах? Я не обращал внимания, у меня же все-таки отличник школьный. То есть я не был отличником, но я был лучший ученик школы. Вот. Естественно, что с моими любимыми предметами, математика, геометрия, это само собой. Вот. А я же стою и вижу, там не до копейки считаю. И уже нет, я только недавно обнаружил только один магазин, где не обсчитали ни на копейку. Я вот так удивлен. Вот, то есть ни хрена нас не учат. Давайте учиться сами. Вот, но это я отвлекся, извините, потому что я сейчас говорю, вы учите своих детей так. Если школа только нас заставляли наизусть учить до 100, то есть помните 9 и 9, 81, все, а дальше 10 на 10 уже идет 100, а дальше нет. А я-то старался запомнить дальше 12 на 12, 144, 25 на 25, 625 и так далее. Вот. Научите хотя бы до 1000, чтобы вашу всю жизнь у нас ложь стала символом. Вот. Уже ни о какой нравственности речи не идет. Ни о какой духовности. Какая духовность, когда это все дурим друг друга? Вот. Ну ладно, поняли, да? Учите детей. Теперь, значит, вот я. Почему я выбрал, сейчас поймете. Другие размеры. Вот. Сейчас вам покажу, сколько в материалах упоминается эта самая фотография. Вот смотрите, вот она, запомнили ее? Я листаю, я буду долго листать. Это все одна и та же, но смотрите, сколько это. То есть люди, которые вас учат, они сами резать не стали. Зачем это надо? Они выбрали больное дерево. Так, все никак, ой, еще, вот. А дело в том, что меня же попросили прокомментировать. Извините, сами напросились. Посмотрели, да? Вот одно посмотрели. Смотрим другое. Теперь мы смотрим правильную обрезку. Видите? Правильно главное. То есть человек калечит дерево, он правильно убивает дерево. Вы знаете, какая логика этих слов? Правильно убивает дерево. Сюда заглянули. Вот. А теперь вспоминайте наш вебинар. Вспоминайте, что... Тимирязевская академия, у которой на сайте вот эта самая фотография. Вы же догадываетесь, что теперь, что она тоже добрую сотню раз везде. Поверили мне на слово? Потому что я только стоило набрать правильно, и вот учить, вас учат, как правильно убивать дерево. Вот. Так. Смотрим. И вот на это обратите внимание. Я ее видел несколько десятков раз. И много лет уже. Обратили, да? Ну, еще заглянем, потому что я не хочу, чтобы вы выглядели этими самыми лохами, что ли. Извините, уж так вынужден говорить. Так, вот. Ну, еще сюда заглянем. Вот сюда, в яблоневый сад. Вот, посмотрите на вот эту фотографию. Сейчас я вот покажу, вот открываю. Вот. Они мне давно примелькались, я же не раз готовил вот этих материалов. Но не для того, чтобы научить, а чтобы отучить. Вот смотрим, смотрим. Ага, вот на эту вот. Почему? Потому что я тоже видел десятки раз. Куда только не залезли. Почему выбрали в качестве примера именно вот эту фотографию из искалеченного дерева? Так, вот оно, да, видите? Нажал. Вот. Внимание. Что мы сейчас делаем? Мы сейчас смотрим, сколько раз оно повторится. Вот.
Опа, не туда. Вернемся. Она не хочет повторяться. Вот жалко, что это. Я уже думал, везде снова это получится. Вот. Ну, ничего, в другом месте найдем. Я уже нашел для вас. Смотрим внимательно. Итак, мы возвращаемся, где были. Итак, узнаете ее? Вот она с дыркой. Узнать нетрудно. Итак, человек взял и, не выходя из дома, помните выражение там, диванные ученые, он не просто написал статью, не просто сделал видеофильм. Это видеофильм. 904, нет, не 904 просмотра, 904 тысячи просмотров. Вот то, что мы увидим, через год здесь наберется не полная тысяча. А тут это уже миллион, то есть, понимаете, да? Вот. Вот он, этот пример, как он делал статью. Смотрите, я нахожу ее где? Правильно. Вот. Я ее нашел в интернете. Стоило набрать только. Идем дальше. Чтобы доказать, что если мы будем калечить деревья, нас ждет изобилие, эта дама взяла и вот эту фотографию, ну, мягко говоря, присвоила. Не верите? Смотрим. Убедились? Это интернет. Ладно, еще не все.